Маус-симулятор. Ой, что-то маловато звука. Давай побольше. Вот, достаточно. Вы сможете завести супругу на 10 уровне, а ребенка на 20. Повышайте настроение у членов семьи, и они будут приносить вам ресурсы, пока вы не спите. Окей. Так, у меня 6 уровень. Так, какая бумага? Где? Опять реклама. Что ж такое? Пропускаем рекламу. Так. Что-то слишком сильно залагало. Пускаем просто. Какой-то мы слишком чувствительный. И слишком быстрый. И не успеваю просто. Просто ложить, и он сам ложит. Ой. Ну же правда, слишком чувствительный. Пытаюсь для вас снимать это видео, но из-за чувствительности не очень получается. Собираем бумагу и подожжем морозу. Из-за чего я погибла? Погода! Ясно. Да что ж такое? Когда я возрождаюсь, я просыпаюсь, то всегда реклама с багом. Ай, то есть лага. Лагает, короче. Да. Надо бы разработчикам сказать, да, добавить поменьше чувствительности. Ай-яй-яй-яй-яй. Позже, позже. Бумага есть? Сейчас мы еще ложки возьмем. Это один из секретных предметов. Так, ладно, мне нужно есть. Я в город. Нужно найти еду. О, вот. Прием пищи. Чтоб не сдохнуть сразу. Как с первой попытки. Так, уровень хороший. Отлично. Где-то я взяла бумагу. Здесь. Куда я теряюсь?
пошла. Ладно. Кошмара. А кот меня пугает. Ай-яй-яй-яй-яй! Паук, что ты такой плохой? Мы же были друзья! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Просто блин! Вот сколько количество еды. Вот сколько. И еще часть мышеловки. Понятно. Сколько еще? Сколько? Тебе в нос, что ли? Где что будет? Помню. Вон там был. Кажется, сбежал. Ай-яй-яй-яй, залагала. Так. Блин, я только в этой комнате мог убить. А потом мне страшно. Прыгай. Прыгай, бомжи! Эй! Так. Миша, мне страшно. Ждем столик. В новогодние праздники. Не надо столик ждать. Несколько секунд. Вот. В этом тарелке когда-то было много еды. Я помню, что я посвящен себе. О, бумага. Бумажка, я тебе иду. Курма. Выскажи по имени Курма. Ай-яй-яй. Ну, сложновато как-то. Ладно, дойду до 9 уровня и закончим это видео. Потому что я так тяжело управлять. И я разучилась. Вот, наконец-то прыгнула. Беру и не сломаться. Ай-яй-яй-яй. Даже у меня так получилось. О, прыгаю сам. Следующий. Опять бумагу, что ли? Теперь пить надо. Паук, почему ты такой злой? Я же тебя не напал. Вот здесь не появляйся. Вот за мной не появляйся. Срочно пить. Срочно пить. И спать. Срочно спать. Слышь, давай побыстрее. Ты же шустрый. Паук, где же страшно, у меня много здоровья. Почему ты такой злой, немежный? Скорее, так, все. Сохраняем игру. Вот, нажимаем на игру. Ну, отлично. Еще три бумаги на одной карточке. И есть паук. Ладно, пойду в другую комнату. Вот, кота здесь нет. Здесь только монет.
Нам они мне пока не нужны. Здесь ничего нет. О, бумага. Да не ты. Я тебя сожру. А ее беру за собой. О, гораздо лучше теперь управляется. Вот такой же сестры. Кажется, я снова научилась. Ай-яй-яй, на меня напала кошка. Раз кошка нападает. А здесь ты не влезешь. А паук там влезет. Все. Ты не пошла. Я гораздо сильнее. Ты тащишься, кажется. Но наверное, с кем тебе нужно драться. Здесь еще одна бумага лежала. Там где-то лежала. Здесь нет. Мы что-то дружим с детьми. Мне всего лишь нужно взять бумагу, тебя не обидеть и уйти. Завершён. Опять бумага, что ли? А, чтоб строить норку. О, да бумагу это я дико. Пойду-ка в кухню. О, вот. Сразу вошла и я вижу. В кухне всегда что-то вкусное. Так. Построить арку. Да, гнездо. Строительство. Строительство готово. Почему? Починить гнездо. Так, нужно две бумаги. Опять бумага. Ладно. Хорошо, что немного что-то. Так. Кошка, кошка. Я не трону твоих вкусняшек. Я своих вкусняшек съем. И опять же реклама. Какой ты в стрессе? Натуральный. Пропустить надо это все. Так. Мне всего лишь бумажка надо. А ты мне мешаешь. Тебе что, жалко одной жалкой бумаги, что ли? Где бумага? Здесь даже, кажется, нет бумаги. Здесь, может, здесь отменят. Ладно, это место заполнил, будет появиться миски, вот бумага. Бегу, бегу. Положите сюда. Так, еще одну бумагу. Ай, опять что-то хочет напасть. Выбираем сразу и уходим. Уходим. Я говорила, уходим. Фух, паук. Этот был немного дрожжи внутри. И мы что меня увидит. Ох! Стали нужны и две бумаги это напряжение.
вы здесь у меня были вместе, как вы помните. Так, мы сейчас собираем. Так. Места нужно запоминать. Мне нужно жрать, уснуть и за водичку. Красота. Так, и тратя времени до глупости, и дежурить буду пить и спать. Скорее спать и сохранить игру. Нажимаем много раз, да, сохранить игру. Так. Готово. И выжда за бумаги. Что-то совсем не стрелок. Так. Бегаем сюда. Бегаем сюда. И здесь у нас бумага. Еще в ряду. Так, ладно. Построим. Ну, конечно. А что же еще? Да, детка, пригодится. Эти владельцы, да, и сейчас. Здесь забираю и уходим. Иду за бумаги. Если нас немножко. Кошара. Мешай. Добрым будь. Мешай, не обижай. Я же тебе ничего плохого не делаю. Это сразу я. Мы же такие маленькие. Для тебя пищи не хватает, Лена. А так, где пищи не хватает. Все равно. Понял, кошара? Очень странно. Немного пищи. Где ничего? Вот сколько еды стоит. Давайте наполним наступающий год заботой. Так,
Кошка даже меня не увидела. Сколько здесь мишек? А бумаги даже не видно. Кошара. Еще надо пить. Пить надо теперь. Водичкой. Теперь видно. Что за это теперь? Может там душ? Вот. Так. Надо. Пьем воды. И сразу же выбрать бубану. А то... Смотрите, сколько я хочу спать. Ай-яй-яй-яй. Какой ты в стрессе?